Здравствуйте, с вами Александр. И я хочу сегодня вам рассказать, так нескромно, на мой взгляд, об одной из самых таких стильных на рынке тростей от компании Mimo. Модель называется Bo. Так что давайте ее изучим с вами более детально. Собственно, вот коляска Mimo Bo. Вот можете посмотреть на нее со стороны. Очень даже симпатичная трость. В двух словах скажу о ее технических характеристиках. Она предназначена детям с 6 месяцев, с полугода, короче говоря, до 4 лет. Максимальный вес ребенка здесь не должен превышать 20 кг. Учтите это при покупке. Вот. Теперь давайте изучать саму коляску более детально. Давайте начнем сверху вниз. Насчет ручки. Ручка, как вы видите, здесь не цельная, а раздельная. Хват здесь, в принципе, такой обычный для тростей. Единственное, вот по моим личным ощущениям, ручки не хватает прорезинного материала. Ей бы вот этот материал здесь не помешал для уверенности такой хвата. Да и на ощупь было бы приятнее чуть-чуть. По высоте, соответственно, не регулируется. Вот. Теперь, что касается козырька. Козырек здесь обычный, стандартный. Он не огромный и не маленький. Вот он складывается. Вот распорочки, чтобы вы могли его зафиксировать. Есть смотровое окошечко для того, чтобы вы ребенка могли пронаблюдать. Вот. Поэтому размер вот такой вот. Хочу сразу сказать, у коляски Mimo Bo, она все-таки как из премиум сегмента, можно так сказать, ну, в принципе, так и есть. И благодаря этому компания позаботилась о том, чтобы вы могли как-то доработать, скажем так, эту коляску, протюнинговать как автомобиль. Вот. Из аксессуаров здесь можно вообще купить дизайнерские элементы, которые могут даже внешний вид коляски поменять, сделать козырек больше. Можно докупить плед, который можно полностью постелить зимой на этот, на сиденье. Конверт очень хороший, качественный, сумку там, дожди, ну, много что можно докупить. Я ссылку на аксессуары кину вам в описании, поэтому пройдите по ссылке, посмотрите. Вот. Что касается материалов, здесь используется эко-кожа. Это хорошо, потому что очень легко в обслуживании. В смысле, в эксплуатации чистится все, тряпочкой смахнули, мокрое все. Никаких заморочек там с чисткой у вас, в принципе, не должно быть. Вот. На задней стенке у козырька здесь есть... Сейчас я вам покажу. Есть кармашек, который вы можете положить там, я не знаю, книжечку, телефон, там еще что-то. Вот он как выглядит, он не очень большой. Вот. Что касается сиденья. Сиденье здесь классическое для трости. Спинка, высокая спинка, жесткая, это не гамаком натянутая вещь, поэтому в этом плане все здесь отлично сделано. Достаточно широкое, на мой взгляд, сиденье, длинная сидушка с регулируемой подножкой, которую вы можете отрегулировать спокойно для ребенка. Вот. Что касается безопасности, здесь используется система 5 точных ремней. И что хорошо, мягкие накладки есть и на плечевую зону ребенка, и на паховую зону ребенка. Это очень здорово. Что еще интересно в самом сиденье, в середине, вот летом будет очень актуально, здесь используется перфорированный материал для того, чтобы создать микроклимат для ребенка. И будет ребенку очень даже комфортно зимой. Так сильно потеть не будет. По краям вот эко-кожа. Вот. Что касается шасси. Шасси здесь классическое для тростей. Вот. И регулировка наклона спинки здесь в шасси используется немножко необычно. Обычно это бывает на спинке или какие-то тросики, или кнопочки, рычажочки. Но здесь не так. Здесь вот видите две поперечные. Мы их вот так вот давим вверх, и она освобождает конструкцию, тем самым наклоняется спинка. Угол здесь, в принципе, вот сами видите, здесь нету полностью горизонтального положения, поэтому она и не с рождения используется.
Вот здесь по факту три положения. Сидячая полностью, лежачая и средняя, промежуточная. Вот. Чтобы отрегулировать, просто давим снизу и все. А обратно нужно с двух сторон вот здесь вот нажать, и она опустится. Вот, собственно, это что касается спинки. Вот, также в шасси, как вы можете обратить внимание, есть багажное отделение, но в тростях это вообще, знаете, такое слабое место, потому что здесь в тростях невозможно реализовать большой багажник, потому что, ну, конструкция не позволит. Но для трости здесь вполне неплохой багажник и с достаточно удобным проемом для того, чтобы вы могли туда что-то положить. В принципе, очень даже неплохо. Вот. А что касается колес, здесь колеса используются двойные. Они здесь с отражающим элементом, поэтому ночью будет даже актуально, чтобы вас машина подсветила на дороге случайно и увидела. Это для безопасности сделано. Вот, колеса передние, ну, это стандартно, можно заблокировать, если там какая-то неровность, еще что-то. Заблокировали, поехали дальше. Вот. Что касается тормоза, тормоз здесь, как и наклон спинки, реализован необычно. Здесь вот такой рычажочек. Встало. Отпустили, поехали дальше. Зато не нужно ногой нигде корябать свою обувь. Очень даже здорово. А теперь давайте посмотрим. Ой, козырек я не прикрепил. Хорошо. Так, вот козырек. Так, давайте посмотрим, как она складывается. Для этого нужно нажать вот здесь. Так. А, ну да, вот. Все. Вот таким образом она складывается. Соответственно, у вас получается колеса там, колеса здесь. Можно положить вот так. И земли ничего не касается, сама коляска не касается. Это очень здорово, не пачкается она. Плюс еще, когда вы складываете, срабатывает вот фиксатор. Он не дает ей разложиться. Чтобы разложить, соответственно, фиксатор отжимаем. Нажимаем педальку. Вот, коляска в рабочем состоянии. Вот, в принципе, все, что я хотел вам про эту коляску рассказать. Про аксессуар я уже вам сказал, здесь их очень много. Итак, в двух словах подытожу. Я небольшой любитель тростей, но если уж трость, то она хотя бы должна быть еще симпатичная. Вот, и качественно сделана. Вот у Мимы это все, в принципе, нормально реализовано. Мне нравится, что используется эко-кожа. Когда ткань, ноги, там еще что-то грязное, там пачкается, всегда нужно что-то придумывать, стирать. Здесь ничего, тряпку намочили, все отлично. В плане эксплуатации здесь все гораздо проще и комфортнее для мамы. Вот. Да и качество у коляски сборки очень даже неплохое. Поэтому трость как трость, но сделано хорошо. Плюс еще у вас Мима компания. Это очень такой премиальный бренд, и поэтому другие мамы будут смотреть на вас завистью. Вот. В принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Если вам было это видео полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я еще хочу в конце поблагодарить магазин «Первая коляска» за то, что предоставили нам ее на обзор. Большое им спасибо. Ну, а вам, в смысле, удачи в вашем выборе и всего доброго вам. До свидания.